Вот скажите, я хочу немножко теперь вам задать вопрос. У кого бывает такое, когда в вашу голову захватывает мысль, и потом происходит эмоция, и вы уже ничего не можете сделать? Бывает. У всех супер прекрасно. Вот это тот самый момент, когда мы себя забыли. Это тот самый момент, когда мы забыли центр. Почему, опять же, во всех вот книгах супер-пупер, да, говорят, будьте центрированными. Будьте самим собой, будьте центрированными. Вы кого бы ни возьмите, возьмите Оша, возьмите Карлоса Кастанеду, Зеланда или еще кого угодно. Все говорят, направляйся, будь в центре. Потому что когда ты в центре, ты осознаешь свои мысли.